все звонят, там представляются. Когда начинаем разбираться, они говорят, что мы этого не делали, не слышали, не видели. Поэтому вот такая ситуация. Но она 62 заявления это за целый год. Это не самое большое количество. По всем материалам мы проводили проверку, принимали решения, направлялись представления в эти финансовые организации о недопущении противоправных действий. На данный момент ситуация находится у нас на контроле. Мы совместно с прокуратурой проводим проверку по всем данным заявлениям и обращениям граждан.